Держи меня сзади! Ты бьёшь! Бей их левый, бей их левый! Кто не прям? Бля, я не устаю туда! Держи, блядь! Бред, мне уебаем, как будто! Слушай, ну я с головы не возьму, либо вот так. Вот так возьму. Так, руки убрали! Все, ладно, не надо, все, это уже достаточно. Йоу! Старый город порыва. Намбува. Была, да. Пока бабы целы. Куда пол? Максим Брежнев! Стой, ну Макс. Макс, ты не влезаешь туда. Максим, Максим, расстрелять! Товарищ Сталин! Расстрелять! Сочи 2014 буквально. Кто сколько зарабатывает? Не-не, ты даже сапоги... А у нас прям на тумбочке наклеено расписание закусило, когда руки! Руки дисциплинированные, молодцы, спасибо! Я уже стал. А что ты без майки? Да, мы стоим здесь, мальчики. Начинаем!
пиздец, этот аппарат жалко вообще. Итак, уважаемые, давайте-ка последний раз перекличка и... Перекличку! Команда «Лучшие рыбы» готовы? Да! Они бегут, 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 сказали, вот уже прям до подхода, на подхвате. На подхвате, еще раз, команда «Реалит»! Старый город! Видим вас! Команда... Видим, ну вы готовы, значит, да? Ну, погоди! Пришли, пришли, пришли! А, вот видите, команда... Значит, вы тоже готовы, да? Руки! Команда ЕАТ! Алена! На восьмом зимнем слете 2009 года, который... Расстроился! И штаб очень рад видеть все команды сегодня на этой поляне, на плацу. Ну что ж, этот слет посвящен открытию года молодежи. И далее, как 17 февраля во вторник, в городском дворце культуры мы открыли год молодежи в Обнинске. Было большое торжественное мероприятие, на котором мы представили лучшие молодежные организации нашего города. Ну а слет, слет — это отдельное движение, которое достойно того, чтобы на отдельном мероприятии открыть год молодежи. Ну что ж, для того, чтобы открыть слет, для того, чтобы поднять флаг слета, я приглашаю к флагштоку, к флагу слета победителей прошлого зимнего слета, команду «Старый город». Обнение на Гохов! Ксюш, там есть специальная крутилка, не надо руками. Oh.
пошли в круг. В круг пошли. В круг. ОКЗ лучшая рыба. Мы на след толпой пришли. Колбасу всем привезли. Может быть, и вам дадим. Если сами не съедим. След, след, след. След, след, след. Гениален тот, кто придумал след. Наших правил пять ты должен знать. Сумми нет, не ругай, руку всем подавай. Он в сумме не ломай. Ой, простой, слася слет, слася слет. Очень важен слет, ура! Гениален тот, кто придумал слет. На желании пять ты их должен знать. Лигуах похвали, старый город люби и руки победи. Веселись и не горюй, славься слет, славься. Скажем так. Ну что же, а мы дальше с вами продолжаем. И кто же у нас выступает следующим, Ирина? Итак, ну у нас следующим выступает команда «Улет Технология». А готовится у нас драйв-клуб, друзья мои. А где у нас команда «Улет»? Пожалуйста, отзади. Вечер, кто у нас молодой, а кто старый? И начнем сразу со своих. Так, старостина. Ну, старостина, понятно, старая, да? Почему старая? А что? Почему? Терзают мою молодую душу. А. Так, Анна. Так, Аня. Меня сразу к молодым. Ну, ты же не Маша, все такое. Чем докажешь-то? Гуляй, Россия. Плачь, Европа. Аня к молодым. Аня к молодым. Аня к молодым.
продастся в сигнальные резервы. Побойтесь Бога. Откуда у этих святых людей деньги? Ну а что тогда? Они мне пообещали починить Android Николаев. Стесняюсь спросить, Юлика, а чем вы собираетесь говорить? Андроиды и коллайдеры. Так, со своими определились. Теперь давайте с другими командами. Вот и АТ у нас сюда. Руки. Они молодые или старые? Старые. Сам судей. Винтал молодой был? Молодой. Вот. А если у мужика винтал молодой, то и руки не старые. Так, стоп. Как молодым или старым? Когда я старую колбасу ела, пиши сразу к молодым, пока не услышу. Молодым быстро феру. Феру? Феру предлагают нести к молодым. Так что-то все получается молодым. А может объединим и молодых? Плохая идея. Что будет такое, а? Да полный. Вот. Официально заявляю. Что? Я? Горелку провод. Проложим. Что? Так что все собрались и пошли в лигу поднимать давление. Уважаемые следов. Ну что ж, а пока у нас все участники могут тренироваться. Прямо сейчас начинается фигурное катание. Ну, мы, конечно, немножечко опаздываем, но я думаю, что у нас все обязательно получится. Все команды у нас сейчас уже в сборе. В общем-то, штаб готов, аппаратура готова, свет готов. Ну, в общем-то, сейчас посмотрим, что будет происходить дальше. Это четвертый по счету конкурс «Фигурное катание. Слет 2009». Ура! Ну что ж, а давайте узнаем, какие команды уже здесь присутствуют. Трудовые резервы здесь. Команда «Лига» здесь. Команда «Улет». Команда «Руки». Команда «Ферум». Ну что ж, мы начинаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Спешим вас поздравить с Новым годом! Наших молодежи. Ну да. А как ты думаешь, дедушка, чем же порадует нас наша молодежь? Ну, я думаю, порадуют они нас жгучими танцами на этом прекрасном льду. Ну что ж, такого шоу, которое произойдет сейчас, вы не увидите ни на первом телеканале, ни на втором. А смотрите это только на телеканале «Крылья» и АТ «Драйв Клуб». Красные и прекрасные.
замечательные жгучие танцы. Ваши... Итак, ну, внимание, следующая команда, которая нас порадует, Снегурочка. Дай, 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 лап, 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 дай, лап
Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое! Мы не соронники, немного подпали! И делай с ним что хочешь, куда? Куда живы жадины вокруг? Удачи! Мы не сторонники разбоя! Ты знаешь, деньги, теперь ты будешь милый.
Bye.
или паёнки. Карный прикид и бублик на голову. Молодым дорога и через то смол. Люди, команды, огромная нация. Конечно, вместо снега будем купаться. Моя энергия разобьет столовую. Я не умею демонстрировать на всю свою голову. Выше руки! Я так же стараюсь.
волшебную палочку от своего телефона коммуникатора, просьба подойти к нам за ширму. На сцене ОГЗ «Лучшая рыба». Искать!
России. Здесь, как всегда, царит замечательная атмосфера, потому что слеты – это настоящий праздник. Только что, или как я говорила? Наконец-то. Саш, тихо, все, встань. Встань. Наконец-то. Ты можешь? Наконец стартовал. Наконец стартовал слет 2009. Наконец стартовал слет. Наконец стартовал зимний слет 2009. А, тихо, вот, спасибо, я забыла все. Наконец стартовал слет 2009. Наконец стартовал зимний слет 2009. Тихо. Наконец стартовал зимний слет 2009. Ну хватит, подожди. Наконец-то стартовал слет 2009. Наконец-то стартовал зимний слет 2009, посвященный году молодежи в России. Тихо. Давай. Наконец-то стартовал зимний слет 2009, посвященный году молодежи в России. Здесь, как всегда, царит праздничная и прекрасная атмосфера, потому что слет – это прекрасное событие. Что? Тихо. Саш, куда ты морду крутишь? Наконец-то стартовал зимний слет 2009, посвященный году молодежи в России. Здесь, как всегда, царит прекрасная атмосфера. Бля. Тихо. Саш, ну сейчас закончится? Давай быстро. Давай. Наконец-то стартовал зимний слет 2009, посвященный году молодежи в России. Здесь, как всегда, царит прекрасная атмосфера, потому что слет – это настоящий праздник. Давай!
Вот. Вот. Ну, штаны у него. Что не хватает? Штаны. А может быть подсос хотел? Давайте, ладно, сейчас мы разберемся, оборудуем, потом со штанами решим. Что, штаны хочешь? Да, все, что можно. Я как раз от Москвала знал, что не доверяю. Что ты? 1, 2, 3. Мы вот с Максимом Брежневым покушали очень вкусно в столовой, и теперь вот решили снять сюжет. Вот такие вот мы молодцы. Второй день слета, как вам? Как вам? Как настроение? Как организация? Ну, все хорошо вроде, пока держимся. Нелегко, конечно, все это получается, но уже опыт определенный есть, поэтому держимся, работаем. Ну, самый сейчас такой пик идет, но есть такое приятное ощущение, что осталось еще совсем чуть-чуть поднапрячься, и уже все будет точно окончательно нормально. Сейчас, как бы, если так, ну, чтобы было интересно людям, сейчас дневная ситуация идет такой, что утренние виды стартовали, то есть все утренние виды идут, но немножечко там идет небольшой сдвиг по времени, но ничего страшного, там он такой приемлемый. И надо стартовать уже те виды, которые начинаются днем. Сейчас будет основная проблема в этом. После того, как это состоится, можно будет уже, в принципе, до домашнего задания, по крайней мере, штаба немножечко расслабиться, потому что до этого было, конечно, жестко, тяжело. А какие трудности в этом году с организацией? Ну, трудности, как бы, не хочется пенять на общую мировую ситуацию, но, в принципе, финансовые, в первый раз, как бы, мы столкнулись с тем, что есть некоторые финансовые проблемы, то есть немножко не хватало нам средств, но, в конце концов, администрация города нас поддержала и выделила бюджетных средств на проведение мероприятия в том числе. Ну, и так, как бы,
Остальное все обычные вот эти связи, переезды, коннекты, сборы, вот это все. Что вы хотите пожелать командам, которые сейчас соревнуются? Ну, командам хочется пожелать, конечно, продолжения честной борьбы, меньше необоснованных претензий друг к другу, к штабу и, ну, и, в принципе, к организации мероприятий, потому что, по-моему, все классно. Фигурка вчера была, хоккей идет, баскетбол, там я такие игры видел красивые, что просто супер, продолжайте в том же духе, а мы будем работать, чтобы слет закончился правильно, хорошо и позитивно. Спасибо. Телекомпания «Крылья». Опять какой-нибудь дурацкой передачей будете показывать? Да наверняка, какой-нибудь дурацкой. Скажите, пожалуйста, за какую команду вы выступаете на слете? За Старый Город, конечно же. Старый Город, отлично. Как для вас проходит сейчас второй день сегодня? Только начался, только приехали. Надеемся, что позитивно. А что вы хотите пожелать командам? Ну, Старому Городу, конечно, победа, остальным участие. Понятно, спасибо большое. Мы уж тогда не будем тогда мы. Ну, давайте, ладно. Манжур. Месье Мадам. Второй день слета. Как тебе? Как настроение? Ой, устали дико, но стараемся играть, выигрывать. Но мы выиграем. А вы как? Представьте, какую команду? Команда Drive Club. Да, команда Drive Club будет стремиться к победе. Победим, где можем. Где не можем, не победим, но везде будем стремиться. Какие самые сложные конкурсы на сегодняшний день? Ой, все конкурсы сложные, все соперники сложные, все соперники тяжелые, но где можем, побеждаем. Ну, везде побеждаем, а может не побеждаем. Понятно, спасибо большое. Все, пока. Нет, никакой рекламы, я знаю, что такое. Зачем? За какую команду вы выступаете? Я выступаю за команду «Погоди» из города Балабаново. И вот, у нас много участников, из Петербурга приехали люди, и вот много балабанов, фавы. А я? Да, да. Команда «Старый Город», а. Это. Скажите, пожалуйста, в каких видах участвуете лично вы? Короче, лично я участвовал в баскетболе, вот, потом в хоккее поучаствовал, первый раз практически стал на коньки. Вот, но могу заметить, что во всех видах спорта я опозорился, но я не стесняюсь этого, главное, что я поучаствовал. Организация слета? Организация слета замечательно, вот единственное, я печенку не очень люблю, а так все замечательно, все отлично. Замечательно. Что вы хотите пожелать командам, которые сейчас соревнуются? Я всем хочу пожелать, как всегда, одного здоровья, самое главное, чтобы без травм обошлись, вот. И вам тоже, в принципе. Спасибо вот. Большое. И вам тоже спасибо. Ну так. Что вы хотите услышать? Нет, давайте нормально. Здравствуйте, я из команды «Трудовые резервы». Мы только что отняли этот красный поднос у команды «Хом Кредит». Отлично. Да. За что вы так обидели команду «Хом Кредит»? Мы не обидели, это был наш синий поднос, но вы видите, что делается в их корпусе. Понятно, вот. Это безобразие, мне кажется, просто безобразие. Совершенно. Вот, да. До свидания, спасибо, Вася. А поцеловать? Только если. Жадная ты. Подожди, у тебя вот, то есть на фоне, да? Подожди, я... Место жительства самой веселой команды. Это 4-й курс, место жительства самой веселой команды «Старый Город». О. Да, это нормально, нет? Да, отлично. Да. Мотор. А ровно... Ровно. Нет, подожди. Ровно позади. Нет, так не говорят. Мотор. А это 4-й корпус. Место жительства самой веселой команды. Старый Город! Мотор. А это 4-й корпус. Место жительства самой веселой команды. Старый Город! Кто собрался, врач? Корреспондент. Ой, как вот так вот захватит. Кач. Говно пьяное. Возьмите, он сейчас вам отыграет. А это яркий представитель команды «Старый Город» Сергей Рахманкулов и Александр. Алексей. А сейчас мы... Ой, да почему я так все время высоко микрофон держу? Это привычка. А куда мы идем? А сейчас мы идем на гигантбол. Сразу держите. Подожди. А сейчас мы отправимся на... А сейчас ты поверишься, начинай говорить. А, поняла, что я давай. А сейчас мы направляемся на очень зрелищное соревнование гигантбол. Ну ты полежать 2 часа не мог. Андрюш. Ну давай ты останешься без ноги на слете. Да, я уже без голоса опять. С температуры. Вот звезды, блин.
Конечно, мы сейчас делаем гиганбол. Особенно ты. Гог, и давай. Я пойду с тобой же. Давай уже. Чего давай? Похоже. Отлично, да, все. Обратно, вот именно ставить. Этого колорит, на самом деле. Главное, да, очки. Очки. Не знаю, что говорить. Давай что-нибудь говори. Что-нибудь там для всего, и для новостей, и для старого города. Для старого города мы уже вообще какую-то пошлятину сказали. Мы вообще, да, что чтобы потом не перепутали, в новости не вставили. Вот это самое. Ты что, микрофон-то отдала? Ты должна держать. Да нормально. Она все время сама держит микрофон, на самом деле, потому что... Мне с ним комфортно. Сейчас, дай мне 10 секунд. Мне не видно будет? А что мне надо рассказать? Девочки налево, на хоккейную площадку, а мальчики. Только не кричи же, Оксана. Раз. Мотор уже практически, да. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Сегодня второй день слета. Расскажите, пожалуйста, как ваши впечатления? Впечатления замечательные. Замечательно то, что с каждым годом наш слет становится все крепче, все больше интересных, разнообразных команд. Очень здорово, что нам повезло с погодой, несмотря на то, что всю зиму бушевали оттепели. Сейчас хорошая зимняя погода, много снега. Ребята всех команд подготовлены. И в этом году пришли такие сильные команды, как Руки. Да? Такая сильная команда, как Руки. Она не ходила раньше на зимний слет, что добавило конкуренции. Но, к сожалению, есть и печальные события на этом слете, потому что завсегдатые команды «Сигнал», команда ФИ, которая в прошлом году очень интересно стартовала. Не знаю, по каким причинам, но в этом году они не пришли. Поэтому вот это вот немножечко добавляет некоторые грустинки. Но и опять же таки, старые слетовцы с этих команд объединились в одну дружную команду «Трудовые резервы». Но при этом, конечно, было бы классно, если бы пришло вместо одной команды «Трудовые резервы» две команды «Сигнала» и «ФИ». А так, в общем, слет развивается. Это здорово, что у города Обнинска есть такая замечательная традиция, как слеты. И это выделяет город, наш любимый город, из общего числа таких же городов, наверное, похожих на наш. Но наш самый лучший, потому что в том числе у него есть и слеты. Спасибо. А и так, Оксана, как? Нет! А спроси, а подойди к штабу, подойди к судье. Гиганбол снимай. Жень, у меня засада. У меня женский хоккей где происходит? На льду? Поняла тебя, давай. Как вы думаете? Стоп, мотор. Давай. Как вы думаете, а где же капитан команды «Старый город»? На гиганбол. Здрасте. Давай, я так и с папочкой скажу. А как вы думаете, а где же капитан команды «Старый город»? Сейчас. Ой, здрасте. Здрасте, я очень рада, что 8-й год подряд проходит зимний слет. Я очень рада, что... Чего? Чего? А как вы думаете, а где же капитан команды «Старый город»? Ой, здравствуйте. Хочу поздравить все команды уже с 8-м зимним слетом. Погода прекрасная, снег есть, лед есть. Что еще надо для слета? Слет очень сильно поднял свою планку, очень сильные стали все абсолютно команды. Очень тяжело соперничать лично для моей команды. С другой стороны, это, наверное, замечательно, что уровень слета повышается, что слет развивается, и все прекрасно. Все отдыхают, все довольно счастливы, все участвуют в конкурсах. Мы ориентируемся уже, наверное, сейчас во второй день слета, мы уже ориентируемся на вечер, на домашнее задание. Сейчас будет гигантбол, дальше еще конкурсы, баскетбол, пинбол, ну, куча конкурсов.
все участвуют, все рады. И лично для меня, наверное, вот это та сказка зимняя, которая только может быть. Для своей лично команды я хочу сказать, если будете себя так вести и дальше, уйду из команды, уйду вообще. Потому что люблю вас всех, обожаю, но нельзя так пить. Ну, нельзя так пить. Но можно иногда хоть чуть-чуть делать перерывы. Я не знаю, на обед, на игры, на что-то можно делать перерывы. Почему одни не пьют вообще и во всем участвуют, а вторые и практически не отлазят от бутылки вплоть до столовой? Все быстро закричали: «Старый город чемпион! Старый город чемпион!» Мне за этой банкой четвертый раз снимает, я ее никак не допустила. Не знаю, почему, а потом скажу, что это главное. Прикольно, кстати, так. Задать пару вопросов. Можно. Только мы идем играть. А, они идут играть. Ладно. Можно? Можно? А вы давайте две минуты. Слушай, какой вы, я не знаю. Можно так или не надо пройти вниз лёд? Нормально. Только отпрыгни нормально. Я боюсь микрофона, чтобы я не выйду. Ну все, я полетела. А, да? Ну все, ты скажи, мотор. Минимальная прожарка была еще туда. Ну все, я полетела. Я вот эту горку сделал. Очень весело, что я опять должна говорить, я уже устала. Повтори, сколько можно пить? Сколько можно пить? Сколько можно пить? Вот сколько можно пить? А, кстати, идем на финал. Финал баскетбола, финал баскетбола. Сейчас еще и выиграем. Это я там скажу. Здесь. Да почему там я на фоне баскетболиста буду бить? А сейчас мы направляемся на. А сейчас мы направляемся на финальный матч между командой Старый город и какой еще, блин, я не знаю. Кто совсем недавно стал, нет? Павлик. А можно я передам привет маме, бабушке и всем моим друзьям и знакомым? А... Да, конечно, конечно, с удовольствием. Передай привет бабушке, маме, всем моим знакомым. Может быть, вы хотите рассказать им стихотворение? Нет. Или спеть песню? Нет. Почему? Это творческий подарок будет? Нет. Я, конечно, творческий человек, и, возможно, это был бы хороший подарок для них, но я не могу петь. Как так? Я могу танцевать. Все могут петь, Павлик. Сегодня я не могу делать ничего. Совсем? Да. С чем это связано? Я даже фотографировать не могу. Это связано с тяжелыми физическими нагрузками, которые полагаются на всех на этом слете. Павлик, а вы умеете играть в баскетбол? Конечно. Да? Меня не взяли в команду. Не взяли? А вы в финальном матче будете болеть за какую команду? Команду ОПЗ. Все, выключай камеру. Выключай камеру. Мат уже, да? Баскетбол стал неотъемлемым видом спорта в программе зимнего. Паша! Баскетбол стал неотъемлемым видом спорта в программе зимнего света. Моя страна проходит финальный матч между командами ОПЗ и Старый город. Давай.
программе зимнего слета. Правильно. Баскетбол стал неотъемлемым видом спорта в программе зимнего слета. За моей спиной сейчас Сейчас, подожди, садись. Баскетбол стал неотъемлемым видом спорта в программе зимнего слета. За моей спиной сейчас проходит финальный матч между командами ОКЗ и Старый город. Готовы? Да. Сейчас. Зимнего слета. За моей спиной проходит финальный матч между командами. Между командами лучшего рэпа. Баскетбол стал неотъемлемым видом спорта в программе зимнего слета. За моей спиной проходит финальный матч между командами «Лучшая рыба» и «Старый город». Сейчас. Игра была равна, играли два говна. Нет, на самом деле сейчас нет. Я все. Да, вас... Не, вы что? Так, испугала, поняла, простите. Давай для команды. Да. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления от матча финального. Мы выиграли, мы молодцы, вы лучшие. Для нас у нас лучшие болельщики. Самые лучшие. Лучше всех болели, громче всех. Как вам команда соперник? Команда соперников подустала к финалу. У них был не очень простой календарь. Поэтому в другое время, я думаю, игра была бы более упорной. Понятно. А вы какой раз на слете? На слете? Не могу посчитать. Первый или второй? Первый или второй? Да. И как вам? Хорошо, очень хорошо. Спасибо. Поздравляю всех с 23 февраля. Всем здоровья, успехов, счастья. Старый город чемпион. О, в смысле, на слете? Все, тяни. И АТ готовы? Да. И АТ, нет, тянем. Лига, готовы? Стой. Лига. Лига. Отпустите канат чуть. Лига. Канат дайте. Не тяните, дайте я поставлю. Я готовы, все спокойно. Потом будет. Еще раз, АТ готова? Да. Лига.
Раз, два, три. Страстное судейство. С вишней свисток. Канат отсудим и спать. Сейчас, да. И спать. А потом домашка. Потом домой. Ой. Ребята, давайте первое место хочется у меня. А второго не хочется? Ой, здорово. Лига. Нет, говорят. Не готова ни вака. Нет. Не напрягайся. Да, я не буду, ладно, я уже сказал. Мы готовились. Так, указы готовы? Готовы. Лига готовы? Да. Останавливаемся по свистку. После свистка не тянем. На счет три. Раз, два, три. Пошел! Давай! Давай!
стреляет там этот по кругу там. Как назывался? Фильм как назывался? Убить Билла. Не, не убить Билла, нет. Где они стреляли? Особо опасен, да, особо, где они там. Она нашла, и пуля такая летит по кругу, летит. А там еще классный чувак был из ментов, блин, да. Который этот... Хабенский, точно, Хабенский, русский стандарт, говорит. Хочешь, блядь? Сейчас. Давай. Реклама пошла, да? Хабенский, блядь, да никто, блядь, ром вообще водку не пьет, блядь, так. Вот как нормальные русские пацаны пьют. Да ладно, Лех, ну расколотят, подумаешь. И это классик, понимаешь? Классик. Делай вид, что болеешь. Старый город чемпион. Не похоже. Не будет так всегда. Старый город! Володя! Все, стоят! Стои! Давай! Володя, Кирилл! Команда «Мертвые кролики». 1 должен сбегаться сзади, Сергей. Давай! Блядь! Давай, догоняйте его, догоняйте! Прыгайте, Васильевич, прыгайте! Васильевич, давай, вперед, давай! Давай, 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 побежали! Побежали, побежали! Молодец! Старый город! Старый город! Дайте, Леш, дайте! Толкайте! Отталкивай! Дави! Давай! Ломай его! Город! Не закусили, что ли? Шатаете. Нет, пляши, ёптвою мать! Лёша, ломай! Хорошо, вау! 17-й международный фестиваль молодежи и студентов, на котором встретится молодежь из разных стран. А у нас на зимнем слете этот фестиваль проводится впервые. Сегодня самая талантливая молодежь со всего мира продемонстрирует свое мастерство и умение. Программа «Максим».
все они оказались у нас в Обнинске. В эфире передачи «Полосатый шар» и я, ее ведущий и ведущий. Сегодня мы поговорим с вами об этих антисоциальных элементах. Дело в том, чтобы эти элементы занять, в Обнинске в то самое время, в 1985 году, проходил альтернативный фестиваль той и еще молодежи и тех и еще студентов. Поскольку четырех ученых в Кремле расшифровали, они перестали быть секретными, все остальные молодые ученые, как вы понимаете, сыграли в ящик. Ну а мы переходим к другой закулисной, так сказать, теме нашего альтернативного фестиваля. И я хочу рассказать вам про то, что в это самое время, в 85-м году, была открыта радиостанция «Шансон» в детском парке у Гусили, которая так и называлась «Детский шансон». Встречайте, трио круга, братья, круги, круги, кругом. Yeah.
Высоков, вот Евгений.
сказала, что где-то там героя нам достала. Сказала, что он только с островов, голодный, хочет шашлыку. Встречай!
что? Что? Такая страшная! Пипец! Это чисто для нас. Опа! Опоздали, не душа. У меня... Эфиром. Капитан команды Эфиром Владимир. За первое почетное место в женском хоккее занимает Елена Игнатенко. Канада. Лига.
Команда «Руки» и команда «Вилоте». Прошедшие выходные оставили море положительных эмоций. И, конечно же, огромное желание вернуться сюда вновь. Александр Разумный, Мария Разумная, Максим Брежнев, телекомпания «Крылья». Как не грустно об этом говорить? Как не грустно? Саш! Ты дура, сваку. Как не грустно об этом говорить? Но... Как не грустно об этом говорить? Тихо, извините, тихо. Как не грустно об этом говорить, но зимний слет 2009 подходит к концу. Несомненно, прошедшие выходные оставили море положительных эмоций. И, конечно же, огромное желание вернуться вновь на слет. Александр Разумная, Мария Разумная, Максим Брежнев, телекомпания «Крылья». Благодаря слиянию слетовских команд «ФИИ» и «Сигнал». И за первое место и победу в конкурсе «Дозор Лайн» награждается команда «Старый город». Ну что, друзья мои, а прямо сейчас... ...пригласящий, пригласивший, пораженный, всякие прочие атрибуты мужественности, поздравить его защитника Отечества. Вторых праздников многие хотят уже объединять вместе, как-то восстановить на этой неделе. Но я думаю, инициатива, которая рождается в нашем молодежном движении, может по-разному привести нас к тому, чтобы мы обязательно вот в эти зимние, весенние, наверное, праздники не забыли друг друга. Это самое главное. Это способ найти определенное самовыражение, я понимаю, прекрасно, избавиться от закомплексованности, которая особенно иногда достигает умных людей. И мне кажется, вот к умным нужно много чего отнести. Я бы сказал, что люди, которые сегодня придумали лучшую рыбу, например, да, колбаса – это лучше рыбы, я привел сам себе уже нашу продвинутую интеллектуалу. Это в последнее время государственности, только недавно ввиду обстоятельств появилось. Для того, чтобы напутствовать и что-то вручить, садить на человека, говорили так. Вот у нас нет награды Героя России, нет награды Ордена Победы, но мы вам вручаем этот замечательный символ от всей души. Самое главное, это то, что в него вкладывается уважение всех наших жителей. Ну, это, скажем, когда вручается почетный бокал. Но с этим почетным бокалом это выражение лучшего, что можно придумать для самых уважаемых людей. Мне кажется, конкурсы, которые здесь проведены, мы увидели так много, это прежде всего дать уважение. И идет настоящая конкурсность, пусть это будут не Олимпийские игры, но мы очень близки к тому, чтобы понимать, что состязательность рождается инициативой тех людей, которые сегодня находятся в этом зале. Я хотел от себя, от всех, кто что-то делает для города, поблагодарить вас, дорогие участники, жюри, руководители, старшие и, конечно, младший состав.
И еще хотел сказать, очень важно, наверное, что в нашей стране мы видим, идут всякие перемены, но принципы, которые сегодня закладываются в управление, они держатся на очень простой вещи. Одному человеку управление делать нечего. И побеждают сегодня те, кто является какой-то командой. Мне кажется, выработка командного духа, умение побеждать команды, это настолько здорово, что я хотел бы быть тоже вместе в одной команде города Обинска, которая обязана выигрывать по всем направлениям, во всех соревнованиях в любое время года. Я хочу вас с этим поздравить, чтобы мы так и были. Во-первых, Николай Евгеньевич сказал сразу по-горячему, да, что он хочет быть в составе Обнинска. Я так понял, ну это с летовской командой, сборной Обнинска. Поэтому, Николай Евгеньевич, мы вместе вот с лучшей рыбой и с другими, и с руками, и с лигой, да, все, кто ходит в сборную города Обнинска, приглашаем вас в нашу команду старых. Да, пока. Сборная города Обнинска! Областной взлет. Гимн не проигрываем уже 4 года подряд. Вот, этот год молодежи. Мы дарили 3 года назад Николаю Евгеньевичу, дарили его главе администрации, управляющим, да, Шапше. В прошлый раз вы сказали, что я ее куда-то тянул, она хранится. Она хранится, то есть он так Шапше и не отдал. Вот. А летом мы... Прежде чем мы назовем места и зал погрязнет в овациях, отмечаниях и прочих приятных моментах, давайте, в том порядке, как стоите, несколько слов про этот зимний слет. Оксана Гох, Старый город! Команда, спасибо за соревновательный процесс, за ту энергетику, которую мы заряжаемся на полгода. Спасибо за этот драйв и за эту радость, которую все команды дарят. Спасибо штабу, который организовывает нам эту радость. И спасибо моей любимой команде «Старый город». Оля! Я знаю, тот, кто умеет собирать, тот обязательно будет главным мытарем страны. А я говорить не буду. Я это. Ебучая два раза в год, никем не истребимая традиция, ходить на слёт, ты самая любимая. Точнее. Результатом 1430,5 баллов, третье место на зимнем слете. Команда «Старый город». Кульминация надвигается. Две команды осталось. Также они подошли к окончанию нашего зимнего городского молодежного слета 2009, посвященного открытию года молодежи. Ну как вы думаете, какая команда? Хорошо. В каждой команде есть калькуляторы, видимо. Все знают. Ну что ж, второе место! Уже не в первый раз. С результатом 1543,5 балла.